Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Land Cruiser Prado в черном цвете 2013 года выпуска на дизельном двигателе объемом 3 литра, мощностью 173 лошадиные силы, АКПП полный привод. Автомобиль на хорошей резине литых дисках, имеется спойлер, камера заднего вида, парктроники, установлены рейлинги на крыше, ветровики, повторители в зеркалах, пороги, дефлектор капота. Пробег автомобиля 170 тысяч километров. Пройдемся по салону автомобиля. Салон чистый, ухоженный, в чехлах. Имеется мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, обогрев боковых зеркал, кнопка старт-стоп, помощь при спуске с горы, подогрев передних сидений, мультируль, круиз-контроль, электрорегулировка зеркал, омыватель фар, обогрев зоны дворников, электропривод рулевого колеса, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену и наличие данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.